Вы знаете, какие сейчас женщины в мире ценятся выше всего, девушки? Именно наши, славянские девушки. А почему? Красивые. Ну, красота – это только 5%. Это внешне. Она напрямую зависит от 95%. Потому что у нашей девочки, нашей девушки, ее духовная красота настолько велика, что внешность ее соответствует ее духовности. А посмотрите, куда везут наших девчонок сейчас на Запад, за границу? Какие места? Бордели, рестораны, в рабство фактически. Почему? Потому что те, кто их потом там использует, прекрасно знают, что они могут попытаться испытать с нашей женщиной. Им хочется большего, и именно с нашей женщиной. Они хотят попробовать достать ра, то, чего им никогда не дано будет. Потому что они воруют у нас. Самое святое, самое прекрасное, что у нас есть, это наши девственницы.